4 золотые, столько же серебра, 2 третьих места и еще 2 медали за профессионализм. Таковы итоги республиканского этапа World Skills. Акмолинская сборная в составе 33 студентов стала второй в общекомандном зачете. Общая численность участников составила 400 человек. Для меня важно было само участие, опыт. В целом впечатления хорошие. Это мой первый конкурс. Все было прекрасно. Мне понравилось. Моя специальность – кузовной ремонт. И она востребована. В этом году все 4 золотые медали World Skills Казахстан 2019 у студентов Высшего технического колледжа города Кокшетау. Впереди международный этап Азия Skills. Он пройдет в ноябре 2020 в России. Жамал Габдуллина, Айгулюзия Кавадархан Мужибаев, Кокше, Ахпарат.